Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Александр снова с вами. И значит, вы на канале Linko Games. И у нас... Что у нас на кону? Так, мы побились с жердяем Фиском. Хотя он этого не почувствовал, судя по последней заставке. И появился какой-то очень нехороший человек. Под высоким напряжением. Он где-то там высасывает всю энергию из генераторов, а нам нужно освободить вот этих вот четыре. У меня нет времени с тобой возиться, насекомое! Сейсмический импульс объединяет людей. Не работает. Это тебе не поможет! У меня сил с лихвой хватит на то, чтобы сжечь себя на пламя! What the fuck? Ой, сейчас мне будут мешать. Всем плевать на меня! Но они за это поплатятся! Мне не плевать, честно говорю. Все тебя внутри обречены. Тебе повезло, что ты с другой стороны. Я потерялся, куда мне надо. Похоже, он подпитывает поле энергии от генераторов. Паук, паук. Да хватайся, ё-моё. Тебе до меня не добраться, человек-паук! Если ты хоть чуть-чуть соображаешь, ты убежишь без оглядки! Нет, 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 такого не будет. Ты меня разозлил! Это твой последний шанс! Уходи! У него типа солидарность, мол, ты мутант, я мутант. Глядишь на свет, хотя знаешь, что он тебя убьет! Да отвали! Если не вырубить эти генераторы, я и близко не смогу подобраться к Таймс-сквер. Зря ты не сбежал, пока было можно! Теперь ты умрешь! Так, эти хрени мне уже пол жизни сняли. Продолжаешь поссориться, человек! Вперед! Я не буду тебе мешать! Офигеть! Честно говоря, думал, успею. Да-да. Тебе не поможет! У меня сил с лихвой ливать на то, чтобы сжечь себя на пламя! Продолжаешь позориться, человек! Вперед! Я не буду тебе мешать! Тебе до меня не добраться, человек-паук! Если ты хоть чуть-чуть соображаешь, ты убежишь без оглядки! Энергетическое поле. Похоже, он подпитывает поле энергии от генераторов. Можно! Глядишь на свет, а ты знаешь, что он тебя убьет! Валим, валим, генератор. Зря ты не сбежал, пока было можно. Теперь ты умрешь. У меня нет времени с тобой возиться, насекомое. А у меня тоже. Сгинь, нечисто.
Убирайся, паук, пока тебя не раздавили! Куда ты? Улететь собрался. Так, не, сначала подлечимся. Не дело. Нет! Я больше не останусь одним чудачем! Никогда! Щиты выведены из строя. Таймс-сквер, я иду. Я узнаю этого парня. Что же с ним случилось? Током стёбнуло его. Теперь уже поздно! И у нас теперь что, каждых 5 минут какой-то босс? И чё? Так, есть! Yes. Ой, не хочется. Вы мне кого-то напоминаете? Женщина Дилан? Ты даже не помнишь. А говорил, что я стану твоими глазами, ушами. Называл себя напарником. Теперь вспомнил. Да, я так сказал, и это было честно. Ложь! Ты бросил меня! Бросил там. Позволил ему. Что-то я такого не помню, чтобы я тебя бросал. Он похож на этого, на пророка из кризиса. Макс, я не знаю, что с тобой произошло. Я вижу, тебе больно, но не могу помочь, если ты не позволишь. Тебе плевать. Моя жизнь прошла во тьме, и всем было плевать. Теперь вы знаете, что это такое. Я ему вообще урона не нанес. Пока. Макс, плохие люди есть повсюду. Мне жаль, что тебе пришлось пострадать, но это не причина самому становиться злодеем. Я покажу тебе, что такое боль. Я понял. Куда он делся? Слушай, я знаю, что у нас тут битва. Да не то. А ты мне телефон зарядить можешь? Достал меня, да? Прикасаться к нему смертельно опасно. Пользоваться паутиной. Слушай, а как ты в компьютерные игры играешь? У тебя что, система все время падает? Паутинка пошла. Лучше я умру, чем вернусь. Ах ты ж, блин, как. Паутина не выстреливается. Да что? Как, блин, как от него вернуться? Сначала мне тебя было жалко, а теперь нет. Отвали, козёл! То, что с тобой случилось, повлияло на твою психику.
Но есть люди, которые могут помочь. Есть такие учреждения. О, про учреждения. Как говорили врачи, все они делали мне больно. С этим покончено. Я лишь хотел, чтобы люди меня заметили. И теперь они заметят. Я буду сиять во тьме. А что он делает? Куда я стреляю? У тебя серьезные проблемы с самооценкой, верно? И долго мне так стрелять? Что случилось? Вау! У тебя не выйдет! Я не позволю тебе снова упрятать меня в Рейвенкрофт! Рейвенкрофт? Макс, я только что узнал, что там происходит! Перестань! Объясни полиции, что они задумали. Вместе мы сможем все исправить. Козел. Я остался без паутины. Все хотят меня ранить. Но я первый их раню! Офигенно! Отвали от меня! Ух, мне хоть подлечиться удалось. Блин, где он там застрял, слава богу. А, блин, достал меня. Ага, это тип. Отвали! Блин, эти броски его вообще как бы, ну... Импульс парализовал мою паутину. Так я же ему вот этот бегал за ним, я же ему урона не нанес. Паутина не выстреливается. Да. Надо быть осторожнее. Слушай, я знаю, что у нас тут битва, а ты мне телефон зарядить можешь? Козел. Придется какое-то время обойтись без паутины. Ха-ха-ха!
подлечимся. Козёл опять куда-то свалил. Он. Да заколебал, блин. Хоть подлечиться возможно. Сначала мне тебя было жалко, а теперь нет. Как это не кстати оказаться без паутины именно сейчас? Ну, это спасает реально, что можно лечиться. Опять попал по мне. Вроде у тебя нет проблем с электричеством. Что ж ты такой темный? Блин, почему? Паутина не выстреливается. Спасибо. Страшно подумать, сколько ты платишь за электричество. Ху, завалил его. С первой попытки. Надеюсь. Я бью, бью, бью. Да у него жизни уже нету. Чё я там бью? Ого, какой прием. Это было непросто. С одной стороны. Нет! Всё темнеет! Отойди. Действительно, очень жаль парня. Он стал жертвой. И если он рассказал правду о Рейвенкрофт, то там нужно срочно навести порядок. Оскорб финансирует тюрьму. Может быть, Гарри поможет?
Гарри! Да. Мистер Осборн, вы были правы. Фиск выкупает акции Оскорб для силового поглощения. Но пока вы здесь, я уверен, все будет хорошо. Да. Пока я здесь. Я получил ее, сэр. Сыворотка Ричарда Паркера из Паучьего Яма. Но каждый раз она дает серьезные побочные эффекты. Серьезнее самой смерти? Мне нужен любой шанс. Все, убирайся! Блин, а. Вот этот псих. Я говорил, мы с ним будем драться. Доктор Кафка, так и должно быть. Нет, я прекращаю. Доктор Кафка. Да, у нас еще как минимум два босса, да? Зеленый гоблин. Угу. Наша новая глава. Внимание всем офицерам! И у нас новый уровень. Который представляет самоуправщик, известный как Человек-паук. Операция подавления переходит в фазу 3. Учтите, фазы 4 не существует. Все должно закончиться сегодня. Печально. Внимание всем патрулям. Есть сообщение о бывших членах спецгруппы, устанавливающих неизвестные потенциально опасные приборы в жилой зоне. Будьте предельно осторожны. Если я не найду бомбы прямо сейчас, будет много смертей. В Восточном Мидтауне обнаружено подозрительное устройство. Начинайте эвакуацию. О, отличный способ грохнуться на задницу. Возьму себе. Ну, то есть тут надо передвигаться вот так вот как-то рывками. Спецназ от предателей. Но не все охотятся на меня, так что неважно. Вообще-то у нас серьезная драка. Или ты всегда так тормозишь? Паутина! Вот что в моде у злодеев в этом сезоне. Фокусов больше не будет. Люблю делать больно. Сам увидишь. Будет больно. Так, вообще-то этот чувак броней не интересен. Люблю бить таких, как ты, за деньги. Люблю делать больно. Сам увидишь. Будет больно. Глубоко внутри тебя прячется испуганный ребенок, правда? Который сейчас получит по лицу. Пилюлей получит сейчас. Фокусов больше не будет. По-моему, так намного красивее. Посмотрим, чего ты стоишь. Есть ящичек. Кто там? Я бы... Никто не смеет взрывать бомбы в моем городе. Что это? Он здесь! Ничего личного, просто я считаю тебя козлом. Ну, хотя, может, это и личное. Так, мне их обязательно всех? Или я уже могу забрать бомбу? Кто там? Люблю делать больно. Сам увидишь. Нужно добраться до реки как можно быстрее. Ладно, динамит. Теперь можешь взрываться. Один есть. Звонок о подозрительном пакете. Начинайте эвакуацию. Саперы извещены. Есть. Не стоит терять времени. Конечно, не стоит.
Я там слишком долго, мне кажется, с ними провозился. То есть это излишне было. А этот гоблин хренов. А они как будто бы слепые. Слушайте, эй, я как раз пытаюсь обезвредить ваши бомбы. Люблю делать боль. Сам увидишь. Хватит поясничать. Это я здесь всех веселю. Фокусов больше не будет. Вот козел. Будет больно. Очень. Смотри, чего ты стоишь в рукопашной. Люблю бить таких, как ты. Каждый. У нас герой своей собственной истории. Ну, ты же знаешь правду, ну... Давай! Они уже без брони. Вот этот козёл меня... Время уходит. Один раз пристрелил. В следующий раз я ожидаю от себя большего. Пора поплавать. Алле. Оп, есть. Успел. Вызываю саперов для обследования взрывного устройства. Идет эвакуация. Фу, там вообще на волоске был я. Эта хрень еще там летает. Сейчас я ее сниму. Куда ты, блин, идиот? Давайте признаем, что идея со спецгруппой провалилась. И все? Нужно добраться до реки как можно быстрее. Время уходит. Успеем. Успел. Yes. И на этой торжественной ноте никто. Мы закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Все свободные патрули направляются к зданию Оскорб.